Горячий август, Дальний Восток затопило, прихоперье кошмарят спецслужбы, Уфа протестует, а ученые в Москве не хотят коммерческих реформ. Мэрские выборы. Власть выпиливает двери и срывает баннеры, а Навальный собирает сторонников. Дело 6 мая. На месте подсудимых мог оказаться каждый протестующий. Почему на суд ходят единицы? Первого сентября в 22:00 на АРИ-ТВ. Итоги политвестника.